Демонтаж гостиницы России начнется в ноябре. Спустя 2 года судебных тяжб решение суда экспертизы позволяет преобразить внешний вид гостиницы «Россия», благодаря полной перестройке, сохранив первозданный облик объекта культурного наследия. Займется этим компания «Сервис-отель», владеющая зданием гостиницы. Строение с физическим износом на уровне 70-90% демонтируют, а на его месте построят современный жилой дом. Об этом пишет портал «Гипер.НН» со ссылкой на главу организации собственника. Новое здание может быть возведено уже к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году. На сегодняшний день известно, что элитный дом на месте России будет включать 140 квартир и подземную парковку на 190 автомобилей. На первом этаже здания расположатся коммерческие помещения. Стоимость строительства инвесторы оценивают в 1,5 миллиарда рублей. Напомним, что здание гостиницы было построено в 1936 году и законсервировано в 2008. Дом номер 2А по Верхневолжской набережной является объектом культурного наследия регионального значения. Согласно федеральному закону об охране объектов культурного наследия, снос ОКН запрещен и является уголовным преступлением.